Я написал, когда мне сказали 25 лет независимости, я написал есть хорошее, опять же, молдавское выражение «Амкштигатам ботхшам пердутен динс». Вот примерно так можно охарактеризовать наши 25 лет существования. Как мы радовались, помните, в 89-90 году, все, мы самостоятельны, у нас все будет, мы закидаем помидорами Россию и так далее. К чему мы пришли? Мы живем в несколько раз хуже до получения самостоятельности, суверенитета своего государства. В несколько раз хуже.